Сейчас к другим новостям. Турецкие полицейские задержали подозреваемого в причастности к атаке в турецком городе Ван, в результате которой погибли 3 человека. Об этом сообщает агентство «Анадолу». Сообщается, что в поисковой операции участвовали вертолеты и бронированная техника. Пойманный подозреваемый в организации взрыва был сильно ранен. К настоящему моменту его доставили в полицейский участок. Власти Турции назвали случившееся терактом. По последней информации, в результате взрыва автомобиля рядом с полицейским участком погибли 3 мирных жителей. Еще 40 человек получили ранения. Власти считают причастной к атаке рабочую партию Курдистана.